Театр «Сияние» был организован лет 10 назад в помощь планетарию во всех мероприятиях, которые происходят здесь в планетарии. Но так оказалось, что мы стали как творческая единица, и мы перешли от помощи планетарию к самостоятельным показам спектаклей. Каждый год мы показываем около 2 премьер. За время моей работы здесь сменилось много-много ребят. Многие ребята после нашей студии, которые выросли, они стали актерами. Они поступили в театральные институты. Главный критерий нашего коллектива – это как бы семейность, доброта, любовь друг к другу. И когда приходят дети и говорят, что нам где-то отказали, что мы там сказали, мы там артистами не станем, их оттуда как-то недоброжелательно к ним относились, то у нас этого нет. Я считаю, что каждый ребенок талантлив, и в силу его возможностей мы делаем этого ребенка, преподносим, он здесь самореализуется. Это самое главное, чтобы каждый ребенок здесь чувствовал себя комфортно, чтобы не было там ссор и так далее. Вот вся эта семейность как бы нас приветствуется. Мы рады видеть здесь любого ребенка, любого человека, который к нам сюда придет. Я очень рад, что у нас появилась взрослая группа. Это просто была моя мечта, как бы сколько лет я работаю. И большая у меня надежда, что эта группа не потеряется, что есть 2 состава, один состав переходит в другой, а вот взрослый состав, с которым мы сейчас вот работаем над Федотом, с ним можно делать, но самые такие уже спектакли, которые могут конкурировать даже с профессиональными коллективами. И пусть эти ребята, которые еще, у них нет актерских дипломов, но я вижу, что они просто молодцы, они работают по высоким таким актерским качествам. И я очень рад, знаете, бывало даже раньше, вот, ну, у каждого такого, наверное, работающего человека есть состояние, когда ты идешь как на каторгу. Конечно, они такие времена были и у меня, когда идешь и думаешь, ну как его сделать, ну что-то не получается, ну вот оно как-то так... А несколько лет назад, я это заметил, наверное, еще начиная с «Прапапа», когда мы ставили «Прапапа», Пушкина мы ставили в прошлом году, и вот впервые я начал как бы замечать за собой, что меня просто тянет сюда. Вот я ухожу, а мне хочется уже на следующий день приходить сюда, мне хочется делать это. Но, к сожалению, мы работаем только, встречаемся по понедельникам, мы работаем всего только 2 часа. Специфика это состоит в том, потому что я действующий актер, и поэтому в другие дни у меня могут быть спектакли, а дети придут, я с ними просто не смогу заниматься. Но все-таки у меня большая надежда, чтобы сохранить взрослую группу в какой-то день, пусть это будет даже в убыток, как бы финансовый, но мы будем все равно встречаться. Я хочу, чтобы эта группа сохранилась, и у нас еще большие творческие премьеры, замыслы, вернее, и мы премьерами порадуем еще много-много-много раз вас. Так что вы к нам приходите, приходите всегда, даже если вам грустно, если вам одиноко, приходите, здесь вы найдете много-много друзей. Те, кто придет к нам просто посмотреть, вы получите заряд бодрости, заряд удовольствия. Мы ждем всех. Спасибо за внимание. Баночка на выходе.